Страшное ДТП произошло во вторник в Ивановском районе. Около 5 вечера на 2-м километре трассы Иваново-Ярославль водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ЧП пассажирка отечественного авто скончалась на месте. Водитель ВАЗа был госпитализирован, но его жизнь врачам спасти не удалось. Мужчина за рулем иномарки также пострадал. Он был доставлен в 7-ю городскую больницу. Взята кровь на исследование. В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля ВАЗ управлял транспортным средством, не имея права управления. Водитель автомобиля «Мерседес» за текущий год к административной ответственности привлекался 37 раз. Основные правонарушения данного водителя – это превышение скоростного режима.